Фильм рекомендован к просмотру зрителям старше 16 лет. Всем привет, комрады, это канал Morgan Games. Мы находимся в игре Alan Wake, который в свою очередь находится в альтернативной реальности под озером Колдрон и пытается из нее выбраться. Сигнал ослабевал с каждой минутой, а это значило, что выход придется искать самостоятельно. Так, давайте искать выход, наконец. Что это такое? Домна. Какой с нее толк? Если я понимаю, конечно, бы тут... бежал какой-нибудь этот темный на нас, мы бы запалили дом, но его бы там подожгло, а так только свои яйца можем пропалить. Ох ты, ни хера себе, смотри. Так. Какой в этом всем смысл? А вот и смысл! Давай, давай, открывай! О, как красиво было! Хорошо. Порядок. Столько дом на этих. Или домнов, или дом. Ах ты, сука, ты тут! Сзади у меня! Поцелуй меня взад! Блин, здесь уже один. Хорош, ребята. Там еще один. Громила. Давай, блядь. Сука. Да ну, тихо. Нам удар остался, один удар остался. Перезаряжай ты скорее. Чё ты такой медлительный-то? Всё. Хорошо. Не живем тут, блин, просто выживаем нахрен. Взять будильник. 3 из 10. Успокойся. Гопота местная. Смотри, что творят. Открывай этот дом, ну, блядь. Уже не успею. Мужик, успокойся. Давай отвалим от него сюда. Вот так вот. Что и требовалось доказать. Используем домны по назначению. Домнем этих тварей. Домнем по полной. Главное себя тут по ошибке не задомнить. А куда нам надо тут? Подожди, что тут? Лабиринт какой-то прям. Одни домны. А выхода я что-то не вижу. Вот тут мы были, да? Вот так же мы пришли, спустились. Подожди. Не, правильно, мы должны были пойти сюда, правильно? Мы пошли сюда. Тут эти домны. Вот там он свет горит какой-то. Выбраться из подвала. Понятно, что... вон, там он что-то, какая-то решетка есть. Там, видимо, можно ее открыть. Подожди, где? Во. Влезть. Создали себе лестницу. Вот это другое дело уже. Все, полез, Алан. Там он свет как раз. Символ Томаса Зейна. Пропадает свет. А чего он пропадает? Зейн оставил мне страницу. Он пытался помочь мне. Че там за страница? Ого! Бестселлер, крик, дрожь, стена.
Ну, это мне мало чем поможет. Друг. О, Барри. Ух. Барри. Эй, бестселлер, неплохо выглядишь. Ты не настоящий. Нет, правда, что ж меня выдало? Прозрачность? Я плод твоего воображения, как и все, что ты здесь видишь. Может быть, даже ты сам. Это безумие. Да, именно так. Все, что случилось раньше, имело четкий смысл, но это уже безумие. Молодец, Ал, угадал. Что ж, мне вообще-то пора, GPS. GPS, да, я знаю, иди на сигнал, ясно. Пропал друг. Нет у меня больше друга, бестселлер. Как бы то ни было, я здесь, чтобы выручить тебя, приятель. Тебе надо взять тебя в руки, хорошо? Ты ноешь в точности, как настоящий Барри. Тебе это известно? И вообще, если уж на чистоту, я не виноват, что кажусь тебе надоедливым. Я не считаю тебя надоедливым. Ал, крош, успокойся, все путем. Просто будь тут повнимательней. Тебе нужно делать то, что говорит Зейн. Он тут много лет прожил, ему виднее. Да я понял. Оу, спокойно, все ж хорошо. Не купили тебе шубу, но так не надо кричать. Как бы то ни было, если это безумие, оно возникло из твоей головы, что бы это могло быть? Прекрасно, довольно, не могу поверить, что действительно рад тебя видеть. Эй, Алла, не обделайся от злости. В глубине души ты ведь всегда рад меня видеть. Себе не соврешь, понимаешь, о чем я? С нетерпением жду наказания. Ты? Нет, правда. А мне, то всегда казалось, что ты бросил свое ремесло, чтобы беды не знать, или беды не знать. Спасибо, за это спасибо, считал, короче. Ух ты, ёптать. Короче, Барри нам немного понадоедать решил. Так понимаю, ты будешь теперь у меня как в голове мой этот самый личный проводник появляться? Постоянно буду тебя как галлюцинацию видеть или что? Все может быть и так. Фонарик. Я вообще не понимаю, куда я иду и зачем я отсюда выбираюсь. О, большой фонарь. Может быть, это я пытаюсь как бы выбраться вообще из озера Колдран? Может, я пытаюсь выбраться на поверхность? Потому я как бы прохожу все эти препятствия. Потому что если я бесцельно просто шляюсь к этому Томасу Зейну и в конце никуда не прихожу, то смысл тогда шляться? Может, я просто сяду да буду себе сидеть и никого не буду трогать? Все-таки Элис я спас, это было самое важное, что я хотел сделать. А так, тут не знаю, что... К чему и что? Похоже, сигнал указывает вон на ту штуку вдали. Да, это была лесопилка Билтмара. Откуда ты это знаешь, черт возьми? Я не знаю ничего, о чем ты не знал. Почему бы тебе не спросить у себя самого, а? Может быть, ты видел знак там, в реальном мире? Или, может быть, это лесопилка, потому что я сказал, что это лесопилка, и ты теперь не можешь выбросить это из головы. Чудесно. Да, голова от этого болит. Или это у тебя голова болит? У тебя болит голова? Барри. Эй, мы теперь как братья родные. Брат, ты мой родной. Блин, так бы дал тебе брат, да только ты бестелесный. Этот Барри еще надоедливее, чем прошлый Барри. Че за бум? Видимо, этот бум лучше рассвечивать издалека. Эй, мама, эй, ау! Похоже, что написано пером. Еще одно слово, и ты уволен. Не вырубишь топором. Ты уволен. Барри, отвали, пожалуйста. Дай мне найти мой путь и... Это хорошая работа для полуночников. На. Бум! О, прикольно. Можно светить в бум. Будет взрыв и... Этот взрыв тогда заденет наших врагов. Это прикольная система. Вот, мне это уже дополнение начинает так немножко даже нравиться. Что-то решили им разнообразить это дополнение и сделали этот бум. Не надо даже эти гранаты наши светошумовые, если есть бум. Фальшфейеров кучу насобирал. Что там уже происходит? Кто там шипит? Он чувствовал, как они подступают, уже даже не сознание из плоти. Лишь тени и призраки, приходящие сквозь его тело. Они были здесь. Слышь, успокойся. Ого, тут надо большой бум. Вот такой бум.
Ух! Хороший был бум. Алан не растерялся. Вон там бум. Сюда иди. Ох ты тварь! Откуда вас столько? Да успокой! Перезарядись! О-о-о, фальшфейер бери! На! Ни хрена ж себе, однако же. Насос, что за насос? Мудозвон. Да какого тут лешего они со всех сторон прут? Вон там бум, надо их к буму заманивать. Вот ублюдки. Это был хороший бум. Нормально. А что там был за насос? Что-то я не врубаюсь. Тут тоже бум. А где насос остался? Что-то я не пойму. Ладно, не важно. Важно знать, куда нам пойти, чтобы отсюда убраться, сука! Да, блин! К этому нельзя привыкнуть просто. Они ж тупо со всех сторон. Почему вас столько много, собаки? Почему вас столько много? Да твою ж-то дивизию. Ох, ни хрена! Ох, ни хрена, нас законтачили, короче, прикинь. Суки. Я тут столько жопу порвал, блин. Столько, блин, их перебило. Взяли, законтачили нас. Вот это жесть, вот это жопа. Надо, короче, брать просто, не знаю, ракетницу, нахер, ракетницу их фигачить их налево-направо. И не жалеть патронов, там он все равно можно ракетницу подсветить. И все будет у нас чики-пуки. Давай, 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 приходи, своих призраков приманивай, кто там такой. Четыре первых есть. Осталось две ракеты у нас. Вот там ракеты надо подсветить будет. А что за насос? Я не пойму. Вот это что за... Воу! Ах ты собака! Так. Подожди, там что-то лежит. Тут что-то было только что. Ох ты. На! Получайте, фашисты, гранат. А! Опять откуда ты взялся? Мразь, он кидается чем-то. Стоп, стоп, помповое ружье. О, 22 патрона, хорошо. Вот это уже... Так нечестно, да ну нафиг! Все. Это, конечно, не дробовик, и он чуть послабее будет, но помповое ружье всегда выручает. Так, 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 так. Блин, я чуть себя не подорвал этими бумами. Thank you.
А, ты падла! О, хорошо, это было хорошо. Сейчас сделаем бум. Да мать твою! Хорош! Вот так вот. Алан, живи. Алан, только живи, только не помирай. Инструменты. Нормально. Пока действуем. Надо, видимо, идти туда по рельсам. Ах ты, сучка! Мерзость такая, на! Блять, вторая мерзость. О, не на этом же самом месте! Вы что, издеваетесь? Суки, блядь, хоть вырывай! К ебеням игру! Смотри, короче, сейчас заново пойдем опять. Нет, не серьезно, реально, ребята. Куда это реально уже не серьезно? Твари. И вроде бы пространство открытое, вроде бы можно сражаться. Нет же. Надо все просрать все равно. Так, первая волна самая легкая. Вторая волна, сейчас мы насобираем эту волну. А давайте просто так вот бегать и все подсвечивать вот так. Вот так, бля, тихо. Вот так вот. Вот, блядь! Хорош! Молодчик! Чё там дальше? Ещё бум! Давай, бери инструменты и вали! Вот тварь. Надо было их обоих в обзор захватить и потом пускать ракету. Ну да ладно. На. А ты думал, как будет? Все будет для тебя херово, чувак. Чего тут за насос? А, это помпа, короче, насос. Вот оно что. Заберем помпу. Да твари. На. На. Отсоси, сволочь. Блин, этот насморк уже задрал просто. Но что может быть лучшим лекарством, чем сесть поиграть в хорошую, годную игруху, да? Вот и я так считаю. Так, бум-бум-бум. Ох ты, сука, вот тебе бум настоящий! Алан, не просри! Не позорь мои седины, Алан Вейк. Где эти твари? Ах вы твари! Держись! Держись, мать твою, не просирай! Держись! Да харе кидаться! Оу! На! Чуть не просрал повторно. По третьему кругу просрал бы, уже, наверное, вы психанул бы, вырубил бы игру и не стал бы и вас мучать, и себя. Да! Тихо, спокойно. Вали его, Алан! Да блять!
Хорошо, молоток. А куда нам идти-то? Куда мы вообще прём? Мы, по-моему, прём не туда, куда нам надо. Нам компас показывает туда, вот куда-то. Походу, по этим рельсам как-то вот надо туда бежать, вот к тем надписям, которые светятся впереди. Таким светом надежды, да? Ох ты, сука! Хорош, ребята, сколько вас? Все, погнали, 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 давай. Чем скорее придем, тем лучше. Там еще инструменты. Нам в довесок. Да, 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 да! Он еще один. Все. Отлично. А ну пойдем сюда. Ракетница, отлично. Два патрона сразу. Вспышка какая-то одержимая. Что за... Предлагаете мне еще врагов приманивать сюда? И сюда. Да бляха, ну как же так-то? Все, это все хоть? Надеюсь на это. Одержимый ящик. Да твою ж-то налево. Я тут просто замечаю, что в дополнении врагов намного больше, чем в оригинальной игре было. Может потому, что мы находимся под озером Колдрон, в самом центре всей этой мути, которая происходит вообще в игре. Потому их тут только кодло целое прям. Целый гребаный, блин, серпентарий. Чё такое? Чё такое? Опять? Ах ты, сука! Две суки! Три! Даже... Бля! Алан! Проснись! Где эти твари? Там бум устроить можно. Давай, 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 устраивай бум. Хорошо, двоих сразу зацепили. Давай. Мать твою, зажали. Блять, вытаскивай фальшфейер, дебил. Смотри, короче, какая рубиловка пошла. Охренеть. Почему их так много? Вот же скоты-то, заразы. Давайте тут свет хоть включим, не знаю. Нифига себе рванули. О, это хана. Будем их забрать. Тихо. Чё такое? А-а-а! Завалил? Молодец. Хорош. Так, там бум, там ничего больше нету, кроме бума. А чё тут? Мост, мост. Летает мост. Нихера себе, подожди. А как его подсветить? Чё это такое за мост летающий? И он не подсвечивается никак. Знаешь, тебе придется преодолеть это место. Мне кажется, решение скрыто в тех словах. Да, полагаешь? Да, пожалуй, стоит ими воспользоваться. Твоя проницательность потрясает. Ну да, я знаю. Ладно, Барри, воспользуемся этими подсказками. Давай, давай, давай. Блин, тьма затягивает. Это плохо, наверное.
Лети к свету, собака, лети к свету, ну. Все. Ни хрена себе мост. Суровый Челябинский мост. А, вот так и должно все быть. Я даю советы, а ты им следуешь. Вот тогда все идет как надо. Тогда ты пытаешься что-то сделать самостоятельно, тогда и жди беды. Ну да, конечно. Бред сивой кобылы. А, Ал, я же не говорю ничего такого, к чему бы ты сам не пришел. Я же выдумка, помнишь? От такого кто угодно сошел бы с ума. Нет, это замечательно. И, возможно, поможет тебе исцелиться. Как оно мне, блин, поможет исцелиться, если я, блин... С каждым разом больной все хуже и хуже становлюсь. Инструменты, блин, попадало все там. Со скалы что упало. Какие-то патроны. Ну ладно. Собственные слова Уэйка, устилающие землю. Его книги популярные и отвергнутые, словно грязь под ногами в обложках и переплетах, обернувшиеся против него. Мусор, дешевый мусор. Книги, обернувшиеся против меня, ты что, издеваешься? Я и раньше видел странные копии себя, но не такие. Тот я, которого я увидел, казался безумным, как спятивший автор, уничтоживший в мучениях главного героя. Может, так и есть? Может, это и есть тот самый мистер Скрэтч? Нас пытается убить злое наше альтер-эго. Вот мои книжки. Ух! Хера себе, энциклопедия целая припечатывает. Короче, валим и молимся, чтобы нас не убила своя же книжка. Это жесть. А откуда они там падают? Знать бы. Ух ты, ёб, ух ты, ёб. А, спокойно. Сука. Хорош. Враг, ворон, враг. Да издеваетесь вы. Книжки летают. Смотри. Отцепись от меня. После такого Алан Вейк точно никогда не захочет ничего писать. Если его же творение, будут его убивать пытаться. А что это такое? Враг, враг, ворон и враг. Одержимый, ворон и враг. Тут надо ходить и надо не светить, потому что если будем светить, то будет жопа. Эй, Ал, будь осторожен, это не те слова. Мы... Не те слова. Но инструменты-то те. Спокойно! Книжки отвалите от меня. Да пошли вы в жопу. А куда теперь нам идти-то? А, суки! Сукины дети! Спокойно. Главное, по врагам не светить. Тихо, вы успокойтесь. Ау! Блин, зачем я это сделал? Я не знаю, зачем я это сделал, но это, наверное, хреново. Идем к свету. Спокойно, ребята, спокойно. Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Ни хрена себе, сколько вас. Совсем охренеть. Это жесть. Вот это, мать его, рукописи у нас. Спятившие рукописи. Давай, 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 беги. Да я уже понял, что это не те слова, это вообще совсем все не то. Беги, беги, Алан, беги, беги, беги. Спокойно, ребятки, спокойно. Всех вас повыжигаю. Вот твари, вот мрази. Нихера себе! На! Как вам такое? Это жесть! Алан, давай! Забирай, забирай, забирай! Ух, мать вашу, все нормально, пока живем.
держимся. Там что-то не забрали. А, то, наверное, уже просто не бралось, потому что у нас уже полный комплект. Фух. Земля тряслась, фонари прорастали сквозь землю, безумно сверкая и рассыпая искры. Во тьме Уэйк видел полчища силуэтов, нетерпеливо подступающих к нему и уже чувствующих вкус крови. Это жестяк. А, довольно. Это еще что? Ладно, это просто очень странно. Ты странный. Барри, это все действительно родилось у меня в голове? Ал, просто это место вот так устроено. Весь этот хаос из твоей башки. Тут нет врага хуже, чем буйное воображение. Да-да-да, знаешь что? Ал, делай себе одолжение, перестань гнаться за этим поездом у себя в голове. Жестяк. Получается, это все плод моего больного воображения, моей больной фантазии. И что тут делать? Ни хрена себе, фонари тут сами решают, кому жить, кому не жить. Опа, круто. Хорошо, хорошо. Это уже интересно. Какая головоломка. Погнал, Алан, погнал! Ах ты, сука! Хорошо, хорошо. Держимся пока. Отлично. Ух ты, блин, они бесконечные здесь. Тут надо просто щемить вперед. Иначе все будет хреново для нас. Все может плачевно вот так вот закончиться, если нас долбанут и просрем. Пошел, 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 пошел. К тому фонарю пошел. Давай, Алан, давай. Не подкачай, не подведи меня, Алан. Собака, на. А, это же, блядь, не ракетница, ты что делаешь? Оу, оу, мать твою, так! Сколько их там, бляха? Это жопа. Вот это, мать его, жопа. Фонарь, фонарь! Я прошел. Я прошел наконец-то. Хорошо. Опа, кто такой? Тор Андерсон, читать. Тор Андерсон, бог грома и молнии, пьяница с буйным характером и кувалдой. Подходите, подходите все, загляните в лицо убийствам и бурям. Этот голос уходящей эпохи, открытый для читателей Барри Уиллером, предлагает принципиально новый подход к старым проблемам. Только попробуйте уйти из книжной лавки без книги самоучителя «Гвозди бы делать из этих людей». Предисловие Барри Уиллера. Да, голос уходящей эпохи. Помним мы старину Тора и старину его... Кто там? Один был, да? Всех помним, да только здесь они все не настоящие, здесь вообще все не настоящее, кроме меня, хотя я уже даже сомневаюсь, что и я настоящий здесь. Колеса. Мне бы сейчас колеса. А, вот они, что за колеса. Красная коробка. Пока не откроешь эту дверь, не попадешь на склад. Это путь вперед. Если это все придумываю я, почему все так запутано? Все потому, что ты сложный человек, и тебя никто не запонимает, заткнись. Но я говорю к Барри. Завали Хавала. Я сам разберусь, сложный я, легкий я и вообще. Кто меня понимает, кто не понимает, это как-то неважно. Идти на сигнал GPS. Точнее, уже ехать. А там что-то светилось еще. Ох ты, бля! Какая злобная тачка! Ты херишь мою машину, ты в курсе? Бляха, кто тут? Тут их две! Их две!
Так это все в корне меняет. Получается, надо садиться за руль и воевать с машинами обезумевшими. Именно на колесах воевать, а не так. Хорошо, хорошо, Барри, я тебя понял. Только, пожалуйста, отвали и не мешай. Потом поговоришь. Ух, погнал. Ну давай. Гонка на уничтожение. Ал, это гонка на выживание. Смертельная гонка. Барри, это все не смешно вообще-то. Меня сейчас щемят в стену. Давай, давай, давай. Все? Тормоза? А что так-то? А ты кто такой? Отвали от меня, хоть ты, блин. А-а-а! Откуда у нас столько много? Ой, твари, блядь, еще и машина и придавила. Для общего, так сказать, исхода. Я пристрелю, блин, уже, ну. Все, достали. Как это пройти? Я понятия не имею, ни малейшего понятия. Что-то открыть дверь надо. Но сперва дайте нам машины эти захерачить. Потом уже все остальное. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Подсвети эту тварь, подсвети эту скотину. О, одна есть. Еще одна осталась. Опа. Смертельное ралли. Оп. Хорош. Вон вторая машина. Это безумно. Барри, а что ты там стал? Эй, тихо, тихо, только не надо коцаться. Давай, 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 вот так, вот так, вот так. Молодец, молодец, четко все было, хорошо. Отлично, нос. Давай, 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 свети, 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 свети. Будем у нее в хвосте просто держаться, так само удобно. Наши шансы на победу больше. Надеюсь, ты пристегнул ремень, Ал. Барри, слазь оттуда. Колеса, еще колеса. А, прикол. То бишь, получается, у нас есть запасная машина. Похоже, ей прямая дорога на большую небесную свалку. А тебе прямая дорога в актеры. Иди в актеры, Барри. На сцене выступай. Прям такой эксцентричный весь. Это я должен быть агентом Барри, а не он моим агентом. Ему реально больше идет творческое всякое такое вот направление, чем мне. Я просто такой уже умудренный опытом, забитый такой конкретный человек, который вот как сказал, так и надо. Так, использовать. Ага, вот так вот все должно было быть. Понятно, аж так, аж даже так. Возьму-ка я еще одну непокоцанную тачку. Ух ты, тихо, тихо. Хлам летает. Успокойтесь. Успокойтесь, ребята. Садись, садись, Ал. Пошел. Где эта скотина? Вот она. Барри, хорош. Барри, реально хорош. Да ну нафиг. Летающий трактор. Это уже не смешно. Оу. Тихо, тихо, тихо. Нас покоцают так сейчас. А чё я парюсь? Я сейчас просто рвану в ту дверь, да и все. И по боку. Оооо. Бою-то налево. Твою-то мать! Цепная реакция, твою мать! Цепная реакция, давай!
Оу! Нет, 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 сука, нет! Нет, я сказал, бля! Собака! Что ты будешь делать? Ты надо было так позорно просрать, короче, валил туда и просрал там же, ну. Нехорошо получилось. Ладно, будем сейчас, короче, как-то выпутываться из этого всего дерьмища. Давай, давай, щемани туда прям. Парень, избавь меня от своего нытья. А я не открыл еще, что ли? А что, издеваетесь? Ща открою туда. Сядь, лучше сам покатайся. Потом посмотрим, кто будет смеяться из нас. Да я понял, ребят, что вы намекаете на это. На что бы еще вы могли намекать? Оп! Оп! Хорош! Молодец! Садись теперь! Теперь поехали! Удачи вам! В этом нелегком ремесле по поимке меня. На! О, вот это мне уже нравится. Кто дверь закрыл? Подходим, не стесняемся, ребят. Трандюлей на всех хватит у меня. Вот так бы и сразу. Нет, блин, надо было корчиться, там что-то прыгать, бегать, куда-то полострелять, сюда забегать. Зачем надо было это делать? Чтоб потом просрать. Вот и ответ. Очевидный ответ. Так, куда там? Походу наверх туда по лестнице набежать. А здесь у нас ничего полезного нету, я смотрю. Тут вообще как-то слишком все глухо и пусто. Только темные здесь были, а больше никого. А здесь чего? Я смотрю все, может тут будильник стоит. А, тут тоже лестница, то есть получается можно было сюда и бежать. А можно было и туда и бежать, ну ладно. А будильника вроде не видно. Значит мы ничего не пропустили, хотя можем и пропустить где-нибудь уже, но... А подожди, а вот там вот где... Я сейчас все-таки рискну и пробегу посмотрю. Там, где появилась машина, эта убийственная, которая хотела нас замочить. Там, я помню, что-то светилось изначально. Вот где-то вот тут. Я ошибался или нет? Там будильник таки есть, я реально говорил. Прикидываешь, короче, тут будильник. А мы могли спокойно его просрать. Вот так вот. Алан, проснись. Все, теперь тогда получается нам остается туда по лестнице подняться и пойти на вторую ту половину этой локации. Может там уже что полегче будет, хотя я бы не был таким уверенным. Сомневаюсь. Давай заедем сюда. Подвезем самого себя, а что? Тачка есть, почему бы не подвезти? Теперь сюда пошли. Теперь сюда пошли и туда. Выходим отсюда. О, экскаватор. Это нехорошо. Это уже предвещает нам трындец. Если он оживет, конечно. Красная коробка, сигнальная ракета. Охота. Что за охота? А что за охота? А, охотничье ружье. Так и думал. Да забирай, забирай. Молоток. Хотя патронов маловато, но да ладно, пойдет пока. На первое время. А чё это такое тут?
сигнальная ракета. А это, наверное, нам туда надо будет попасть. Потом, позже. Попытаемся. Там память что-то. О чем-то нам хочет сказать. Эй, что ты творишь? Это моя половина постели. Элис, Элис, где-то ты там есть сейчас, а я тут прозябаю под озером Колдран. Ладно, погнали сюда. Э, как я... Надо таки, наверное, понизу было идти, вот сюда. Он попался в западню, вокруг были враги. Уэйку некуда было бежать. Ну-ну. Это мы еще посмотрим. Най! Тихо, там сзади кто-то уже. Ого, сколько нащемило! А так. Не хотели, товарищи, такого расклада? Оу! Воу-воу-воу-воу! Да ну хорош кидаться! Так, хорошо. Сколько этих громил тут? Ну давай, ну давай, ну давай. Оу, не-не! Все нормально. Пока живем. Влезть. Давай вылазить. Так, хорош. Энергия. Контрольная точка, да? Ладно, давайте на этом месте пока наше путешествие остановим по этому мрачному закоулку озера Колдран, или где мы сейчас находимся. Или нашего сна тоже, что может быть очевидно. Может, вся игра и основной сюжет тоже был сон Алана Вейка. Хрен его знает. Поэтому в описании под видео все необходимые ссылки. Подписываемся, ставим пальцы вверх, кому понравилось. Всем удачи, всем до новых встреч. Пока, пока.